Сигналы о подтоплениях поступают к нам в редакцию из разных городов и поселков. Где-то залиты улицы, площади, где-то вода подобралась к домам в деревнях. Люди жалуются на размытые дороги, по которым едва можно проехать. Всего, по данным властей, в зоне риска в этом году 130 населенных пунктов. Есть надежда, что паводок все же пройдет плавно. Но все силы и средства, чтобы немедленно оказать помощь, уже готовы. Это заявил заместитель председателя правительства края Анатолий Цикалов. У нас выехала уже сводная межведомственная группировка на юг края, представители краевого правительства, главного управления МЧС России, которые дежурят вот в местах, которые вызывают у нас опасения. И по мере вскрытия рек будут продвигаться также в центральные, северные районы, для того, чтобы быть рядом с жителями, помогать органам местного самоуправления и в случае необходимости оперативно реагировать на все угрозы.